Всем привет! Сегодня делюсь с вами одним из моих самых любимых рецептов песочного печенья. Со сгущенкой оно сочетается просто изумительно. Обязательно готовьте, радуйте близких, и я уверена, вам точно понравится. Приготовим тесто. В муку я нарезаю кубиками сливочное, холодное, почти ледяное масло, добавляю сахар и превращаю все в крошку. Должна получиться вот такая вот рассыпчатая крошка. Далее я добавляю сметану, пару ложек, и желток. И все хорошенько вымешиваю руками, и получается у нас такое вот тесто. Убираю в холодильник на 40 минут, затем его достаю, и смотрите, какое оно послушное. Я его делю на несколько частей и раскатываю в такой тонкий пласт, затем делю на вот такие вот квадратики и делаю вот такие вот надрезы. Посмотрите внимательно с двух сторон, затем выкладываю начинку, накрываю второй частью теста, придавливаю края и начинаю так поочередно складывать полосочки. И у нас получается вот такой вот красивый плетеный узор. Девчонки, ну все, желтком и яйцом ничем не смазываем, просто отправляем в духовку, хорошо разогретую до 200 градусов, буквально на 30 минут, и все готово. Девчонки, смотрите, какие красавчики получаются. Даже если вы когда слепили их, они были не очень некрасивыми, тоже были не очень. Когда они испекутся, они получаются вот такие вот симпатичные.